Друзья, всем привет! Всем огромнейший привет! Смотрите, какие у меня есть сокровища. Это я разыскал. И вот покажу вам. Буду их восстанавливать потихонечку. Ну, металл не знаю. Сложно, потому что он черно ржавеет. А кожу попробую восстановить. Видите, какие они. Раритет. Да. Это у нас что такое? 42 размера. О, мой размерчик. То, что надо. В общем. О! 12 рублей и 60 копеек. Вот такая у нас коллекция. Осталось, хлопцы поносили, оставили. Так, все, идем погуляем. Друзья, немного опять просыпало снежком. Землю укрыло. Вот это мята. Там у меня чабрец рос когда-то. Надо будет в этом году, если все будет нормально, посадить. Вот так вот. Одна Маша гуляет, а всем остальным... На, посадить будет чабрец, тархун хочу посадить. Там еще всякие травки. Кулинарные. Кулинарные. Так, пойдем, друзья, дальше пройдемся. Маша прыгает. Так, на веточке спину почухать. Харя тоже. Да, манянь. Вот такое. Розмарин еще хочу посадить. Вспомнил, думал, что же за траву еще хотел посадить. Глянем, что там на бережку. Да, тут все на месте. Слава богу, тихо в Славянске. Вчера, конечно, жахнуло. За Краматорск слышал и знаю. Поэтому, кто будет спрашивать. Ну, друзья, все в курсе местные, все в курсе дела того, что происходит вокруг. Печально это все. Так, что мы там нюхаем? А тут, по-моему, не только моя собака гуляла. Следы свежие и туда, и назад. О, фазан полетел. Да, друзья, скоро... 16 лет, я в феврале бросил курить, 16 лет, как я бросил курить. Это было 15 февраля. Работал на офисе, помню, пришел в офис. Ну, хотел не афишировать. Они пошли покурим, да, я говорю, что не хочется. Второй раз, а, так ты, наверное, бросил. Я говорю, да бросил. И все, как бы мне не хотелось курить. Бросила 15 числа, то есть утром. И там работал с человеком один. Так, все, смотри. Если бросишь, продержишься, с меня коньяк. Коньяк. Как вот говорил Броневой, заметьте. Не я это предложил. Ну, 16 лет прошло. А так где-то мой коньяк. Где-то в магазине стоит. Ну, ничего. Потом пришли с утра. Маня. Вот так. Пришли кумовья с утра. Тьфу, с утра, господи, вечером праздник этот отмечать. Ну, естественно, мы с куманьком приложились к этому делу. Думал, у меня башня снесет. Кто знает, кто курит. Соточку бахнуть и не покурить, это ж... Особенно, когда курил продолжительное время. Это... Ну, в общем, я выдержал. Потом утром проснулся. Совершенно по-другому себя почувствовал. Ну как, конечно, последствия были после излияния. Ну вот это по сей день. 16 лет. Ни разу не запылил. Ни разу. Вот так. Курил. Этого курил. Покупал Никоретто. Пожевал. Выжевал пачку. И все. И по сей день. 16 руки. Маша. На свете, Маша. Так, это камера. Ага, глянули, дальше пошли. Сейчас будем пуни суспензию делать, глистов выводить. С
листьями на подоконнике, там калачиком свернулся, так жалко его, не стал будить. Так, друзья, пойдем мы домой, что-нибудь тепленького попьем, бутербродик скушаем. Друзья, всем нам мира, тишины, огромное всем спасибо за помощь. Австралия, привет. Нина, Евгения, всем большое спасибо. Остаемся на связи. Всем мира, добра, здоровья. Всем пока.